Sports. Привет, жулик. Привет, хорош. Ай, красавчик. Доброе утро. Народ разъезжается. 7:00. Стоянка Россия. После Баксанского кольца, поста. Ну ладно тебе, брат. Скотовозы, с которыми в колейке стоял. Мы. Они вообще, я смотрю, эти скотовозы, полный сборняк у них. Там и чешские, и литовские номера, и немецкие. Но они, скорее всего, в Грузию заходили паромом через Украину. Я так думаю. Если вообще не через Турцию ушли. Потому что в колейке, когда стояли, подходил, спрашивал, как дозвол заполнять имеет, какая граница, а мы здесь первый раз. О, точно, не соврал. Вот их 5 штук. 2 на литовских номерах, хотя головы вроде на немецких. 2 на немецких и 1 на чешских. Пустые. И что самое смешное, их тоже загоняли в этот, в отстойник. Может, светили, может, что, не знаю. Но их как-то тоже загоняли. Они там внутри этих терминали в этом, там, где ждал оформления, я их видел. Ну, по 500 рублей срубить с машинки. Тоже хорошо, правда? Ой. Будем завтракать. Так, здесь у нас тоже все хорошо. Малость вчера освежили машинку по дождику проехавший. Лобовик. Да и так всю пыль позбивали, вообще хорошо. Че, будем завтракать, собираться. Где-то 9:00. У нас 9 часов пауза получится. И будем выдвигаться. Ну, поехали. Сейчас вот думаю, все-таки надо было вчера проходить. Смотрю, машин валит. Чтобы там колейки не было на рентген на этот. Не в Урухе, ну и на границе, соответственно, нигде нас не светили. Как-то ну совсем терять еще какой час, полтора времени что-то не хочется. Вот посмотрим, сейчас доедем, что там до этой Малки. Уже время 9:15. Что-то мы сегодня мало запоздили с выездом. Как запоздили? 9 вот стоял и поехал. Ехать 50 километров. Но это по прямой в Пятигорск заходить. Не знаю, наверное, по объезду пойду и с другой стороны Пятигорска зайду. Как бы ближе к тому краю. Через город ехать. Еще дополнительный пост этот цеплять в Пятигорске. Короче, ладно. У нас сейчас первым делом Малка, с ней вопрос решить. Ну как решить? Может, не отправят на рентген? Урух-то не отправил. Куба! Направо! Не поедем в Кубу, братцы? Поедем. В Пятигорск поедем. Что у нас наш КА
летом. Вчера как дождь шел, так никого не было. Ни одной машинки не встретил. На следующем повороте направо. Полицейской. На дороге. Этот второй помахал ей. Один тормозил, второй помахал есть. Ну как это? Второе. Действие второго же отменяет действие первого, правильно? Вчера вот ночью ехали, да, в дождь. Никого не было, всех разогнала гроза. В одной, не помню, какой-то деревушке стояли, а то они там в машине сидели, эти мигалки спрятались. Я ему не интересен. Ай, Кавказ, Кавказ. Что-то удивительно какое, даже это с Малкой случилось. Непонятное. В рентген, по-моему, не работает. Вообще никого нет на дороге, никто не останавливает. Здесь что-то не знаю. Глаза протереть, что ли? Может, мне снится или что? Вы видели? Не было никого на дороге. Я что-то крикнул, ну, сказал, дал голосовой камере включиться. Она не включилась сразу. Потом вот еще раз это повторно включил. В общем, никто меня не останавливал, ничего, вообще никого. Сзади за мной он Армении идет, его даже не остановили. И вы не знаете, что с Малкой произошло? Дурдом какой-то. Что-то мне это не нравится. Как-то все подозрительно. Не поеду через Пятигорск. Поеду вокруг, объеду. Потому что так будет, я думаю, может быть, чуть-чуть будет подальше. Не факт, что будет медленнее. И с той стороны зайду. В этом, в Пятигорске, на въезде остановят, на этом посту. Там они любители пойти штрафы пробить, там еще что-нибудь, подышать сейчас полдесятого утра. Ой. Хотя и на объездной не факт, что не остановят. Поеду вокруг, объеду. Я смотрел, у меня улица Фабричная. И получается, надо объехать. И как бы с той стороны там, ну не то чтобы на самом въезде, но ближе к тому краю Пятигорска. Поеду вокруг, объеду. Так что, видите, я не знаю, что с Малкой произошло. Это какой-то этот феномен. Я такого не встречал еще ни разу. Честное слово, ни разу еще не видел. Чтоб вообще на дороге никто не стоял. На пересменку не похоже. О, сзади еду за ним, за блоками, да? Как колодочками несет. О, а если его хорошо подкинет, сколько он блоков может скинуть на дорогу, разгрузить? Не мэрина. Надо аккуратнее, но его в баню. Первый же возможность. О, смотрите. Да, опасный дядька. Даже, говорю, не столько, что через город, что вот там этот пост пятигорский. Я его не боюсь, просто, ну, буду только время терять с ними. На дороге-то что, остановили. А здесь, я тут сколько не ехал отсюда, постоянно на нем оттормозят и пошли. То хлеб сырой, то дети плачут, то еще что-нибудь. Как самочувствие? Ну, так беспокоит мое здоровье, просто обалдеть можно. Так, ну нам надо как-то этого дядьку сделать. Поэтому поедем с той стороны, заедем. Я думаю, так будет лучше. Должно быть. Удачи на дорогах России. Спасибо. Сейчас только дождемся, где будет чуть-чуть пошире, или дядька подвинется, или будет пошире. И мы его шмык-шмык. Thank you.
я имею в виду впереди. Вот. Обежали вокруг. У нас получается сейчас вот на следующей развязке сходим. И нам там 2 километра по городу всего. То есть я думаю, что это было правильное решение. Пусть тут километров на 10 дальше. Но это будет быстрее и проще. А по Пятигорску надо покататься туристом. Вот не получилось у нас в очередной раз это сделать, потому что сейчас в усиленном темпе ищется загрузка. Сегодня 24-е, послезавтра 26-го, в среду мы должны уже сдать сканер. Ну не сканер, вернее, прицеп в ремонт. Задерживаться абсолютно нельзя. Я думаю, загрузку-то найдут. Загрузок много. За деньги нет. Вернее, есть, но мало. Так-то загрузок отсюда валом. Нам-то надо уйти за деньги. Ладно, на выходных как раз с этого, с Будённовска на Домодедово. И ставка хорошая, все. Ну, оплата. 10 дней по оригиналам банковских, ой, мы принципиально такие не берем. Это еще приедь, выгрузись, пока отошлешь, пока к ним придут документы, только с этого начнется отчет. Это получается, ты деньги получишь в конце июня. А нет, туда нам не надо съезжать. Все, раньше этой дорогой ездили, вот когда объездной не было. Вот здесь Пятигорск заныривали. И все. Получается, мы сейчас с горы спускаемся направо, и мы приехали. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Да. И все. И не надо вообще через город ехать. Слово совсем. Там мимо рынка, я помню, раз поехал, там мимо рынка, я час толкался возле этого рынка, там еще пару джигитов дорогу не поделили, и все, она и так не едет. А плюс еще затор, и все, труба дела. Как бы немного тоже там по тому Пятигорску, но. Готовьтесь прибыть в конечный пункт через 200 метров. Полиция стоит. Фабричная. Сейчас мы уточним. Что-то меня как бы уже якобы привело, но что-то не туда, куда надо. А, можно было смело и сюда ехать. Кстати, все хорошо? А? Здравствуй. До упора и направо. Там с левой стороны увидишь машины, газели будут стоять направо. Хорошо. Что меня даже на территорию запустили, если я вчера приехал. Ой, запросто, территория большая.
задом загнать. Короче, пойду-ка я это дело выясню. Махает туда подъезжать. В принципе, я потом задом выгоню, какая разница. А, тут территория, и там развернуться могу. Здрасте. Да. Вот сюда к парапету подгоняй. Задом, да? Там езди развернуться. Езди развернуться? Все. Вообще красота. Вот к этому парапету. Сейчас развернемся. Прелесть. А, вон там фуры стоят. Мы сейчас там развернемся. Ой, тут территория. Я говорю, что можно было запросто сюда. Ой. Я не хотел сигналить, я случайно. Можно было запросто сюда ехать и ночью. Короче, сюда передом, туда задом. Разворачиваемся, ставим и выгружаемся. Наш рейс как бы завершен, осталось выгрузиться. Пойду расчехляться. Ну что там расчехляться эти? Снимать как их? Пломбы. Все хорошо. Компот-то уже выгрузили. Вон, пацаны увозят. Компоты выгрузили. Кофе тут все нормально. Все отлично. Все доехало, все хорошо. Двадцать минут мы выгружены. Все, сейчас закрываемся. Сейчас привезут отмеченные документы. Подъедет Ванька, корешок. Мы с ним крутанемся здесь. По кое-каким вопросам. И поедем грузиться в Кисловодск. В Кисловодске будем грузиться водой на Москву. Вот такие у нас планы. И чё мы тут сидим, скучаем? Вы только гляньте, кто к нам приехал. Прямо сюда на территорию. У тебя свой личный пропуск сюда, ты что? Ну да. А, ну ты ж местный, ёлки-палки. Я забыл совсем, Вань. Где пускают?
Дороги назвали. Здорово, здорово, ребят. Всем привет. Ты еще не уехал, не починили твой газель? Нет, там очередь на ремонт движка. Их у нас вообще делают только в Ростове. Да. Ближайшие. Грузье завезу. Вот. Ну тут каких-то нашли ребят. Вроде бы они перегильзовывают тоже. А, да? Тоже делаю, да? У них тоже очередь поймали. В общем. Короче, ты пока это. Да. Туда-сюда. Слушай, ну короче, я уже в Кисловодск лечу. Ну. И. Что и? Ну, я тебя сейчас выведу на. Так а как лучше, через город или по объездной? Мне кажется, лучше по дороге, наверное, выйти, не? Ну, по городу сейчас там пробки. Ну, от... так нафига я сейчас на объездную и пошел, а потом как на этот, как на Лермонтов туда уходить, да? Ну, я сейчас здесь выскочу. Так я ж так и заезжал, я ж не ехал через город. А зря. Я знаю. Старый пост вниз. Сразу. Да, на старом посту там понюхать, пощупать, потрогать. Еще. А, это лишний гемор. Я быстренько объехал, здесь заскочил и все. Короче, надо это, к банкомату сгонять. Сгоняем. Да поехали. Хорошо иметь друзей. Хороших. Все, я тогда собираюсь. Заодно небольшую экскурсию сделаем. Хотя бы из этого. Из салона данного автомобиля. Тебя очень Кисловодск поджимает. Ну как поджимает, ну. А то может что-то хоть город покажу в течение часа хотя бы. Ну. Самые основные места хотя бы. Все, поехали. А то был, блин, раз где русский и не видел города, ну это как. Хорошо, поехали, все, я тогда собираюсь. Чего это? Это частный парк отдыха. Очень обалденно красиво. Здесь зоопарк есть. Ну и рестораны, кафешки. Здесь, в общем... А это ж вон Машук, да? Вот это, а вот это вот Машук, да. Мы сейчас вот его чуть-чуть объедем и на него поднимемся. Да ты что? Да. Братцы, погнали на Машук. Ну да. Знаешь, на что напоминает? Немножко, ну, конечно, ему до этого далеко. Вот такой как ботанический парк в Батуми. Там тоже так среди гор. Мы там ходили, смотрели, это вообще там столько деревьев, я вообще не представляю, сколько там всяких разных. Вот ваша тоже что-то на это напоминает. Здесь у нас не парк, просто гора. А-а-а. Просто ее наверху обустроили. А, для этого, ну-ну-ну. Цари отдыхали. А-а-а. Лермонтов здесь был, Пушкин был. А-а-а. А где он стрелялся-то? Лермонтов? Ну. На Машуке. На Машуке вот здесь? Да. Мы попадем на это место? Ну, конечно. Все. Это вот наш изолятор «Белый лебедь» называется. «Белый лебедь»? Да. Это эти пожизненные, кто сидят? Нет, это изолятор временного содержания. А. Перед судом здесь держат. Понятно. А настоящий «Белый лебедь» где-то в России. А мы где? Мы на Кавказе. Ага, понял. Ясно. Ну да, все это старинные постройки. А, это? Это самое. Как бы, получается, это... Ну, это да. Это историческая часть, да? Да. А вот это вот красивенький дом. Поселок ФСБ. Да? Там серьезные дядьки живут? Да. Понял. Вопросов нет. Ну, правда как, отставники? Ну, они все равно остались серьезными дядьками, даже если они отставники. Как говорят, ментов бывших не было. Как и военных. А мы сейчас, наверное, туда поедем, нет? Нет, там кафешка. А, это просто в кафе. Ничего. Сейчас его просто объедем. Я понял. На него поднимемся. Около галереи питьевой машину поставим. И пойдем гулять. Хорошо. Значит, вот так что. Ну да. Тут явно, что грузовики здесь не ездят. Здесь нет. Это я, короче, въехал и все. Дальше сюда уже. Нет.
И то я въезжал, там этот знак движения запрещено. А ну то, что там висит это. Ну, кольцы стояли, даже слова не сказали. Отпугивающие, потому что. Да. Не сунулись сюда. Сюда просто так никто не заезжает. Раз да. Он повернул, значит он на разгрузку. Значит, сюда надо. Да. Просто так сюда не заезжать. Здесь, потому что, ну, если ты просто тупо не развернешься даже на грузовике. Здесь дороги узкие. Ну, а местность гористая. Крутые практически. И поэтому здесь на фурах кататься. Здесь только на газелях магазин обслуживают. Это вот наш ЗАГС. Здесь когда-то расписывались. Ну, реставрируют горку. Здесь раньше были фонтаны. Сделают, значит? Движение извод. Реставрации занялись. А это вот уже центр города. Вот это? Да. А это... там Дзырынок это не центр получается, когда мы проезжаем? Вот это центр? Центр города. Это вот наш Бродвей. Бродвей? Который вот идет на Машук. А. И туда вниз идет. Получается в Пятигорске, Машук, она прямо с Пятигорском, да? Вот она прямо как бы в Пятигорске находится. Пятигорск как бы вокруг Машука. А, как круг. И получается Машук это... В центре города. А, даже так. Да, и вот это вот, вот все постройки. Все вокруг, это да. Вот на подножье Машука, вокруг Машука. На. Мы его потом еще чуть дальше объедем, поднимемся на место дуэли Лермонтова. Да, да, обязательно. На место дуэли Лермонтова надо попасть обязательно. Здесь у нас получается вот, питьевая галерея. Вот. Мы сейчас около нее машину как раз поставим. А, и пойдем пешком. Да, и потом идут все. Понял. Пешочками. В гору. Здесь вообще висят знаки, въезд сюда запрещен. Ну. Ну, чужих. Вот, три семерки ему можно. Ну, это, скорее всего, местные. Местные три семерки, да? Потому что у нас здесь... 797 тоже местный. Да, здесь туристы сюда не ездят. Я понял. Боятся знаков. Здесь все обвешено. Но все по заставам. На твоих номерах можно, да? Да наших не трогают. Я понял. Че это называется? Это картинная галерея. Ага. Тоже еще со времен царя. Она деревянная. А там серные бани, да, у вас? Серные бани. Ух ты. Будешь подниматься и ощутишь. Запах серы? Да, весь... Флаги, американские понавесили, турецкие, молоко. Что у нас тут за свет намечается? Сходняк какой-то. Ага. Нет, ему не прохладно. Это вот аллею новый мэр сделал. Вот это вот? Ну, украсил ее. Ага. Аллея сама по себе дублирует. Понятно. А сколько вообще в Пятигорске так, ну, жителей? Город большой? 5200, наверное, 300. А что, фонтаны не работают? Вроде уже лето. Может, еще рано? Воду экономят? Там ниже. Поющий фонтан у нас есть. Ладно, они сейчас, наверное, уже везде. Ну да. Да, у нас тоже в Минске есть. Кстати, тоже построили. Ну его когда у нас открыли, наверное, лет 7 назад, 8, он был, ну как, один из первых в России. Тогда они что-то миллионов 25 упало. Понятно. Месье! Видишь, какой у него нос? Жены папа сижу! Никто мимо не проходит. Гебен замербитте! Ну, это, говорит, я знаю по-русски. О, да. Огонь. Класс. Обязательно. А в этой кафе, говорят, Лермонтов любил отдыхать. Кофе пил. Там что, душа? Там, да? Где он жил. Здесь с ним очень много. Ну, естественно, он же тут. Долго. Ну.
Интересно, никогда не было ни драк, ни разборок. Там, да? Да, наверху. Люди отдыхали, просто любовались пейзажами, рассветы встречали, потому что с него вся округа видна. Это мы вот про это говорим. Но мы туда не дойдем, да? Ну и туда можно на канатке подняться. Она работает? Да, на машине не пускают, кирпич поставили, хотя там хороший асфальт серпантином идет. Угу. Никакого хера. Ну что, мы начинаем восхождение. Да. На Машук. О, кстати, пролетели. Кого? Под нами Гродно, где Лермонтов стихи писал. Да? Прямо вот здесь, да? Да. Было понизу подниматься. Ну важно. Мы все равно сюда вернемся. Да, мы спустимся. А, вот здесь, да? Я просто посмотрел за дорогу перегородить. О, ну тут круто. Пошли вверх. Давай, здесь можно гулять. Да. Это точно. О, пошел запах серы, точно как ты говорил. Серные бани. Я говорю, ну он же поднимается вверх. Но. А дорога идет вокруг них. Угу. И весь вот этот кайф. Лечебный. Согласен. Это вон, да, вход этот грот, да, получается? Да, 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 вот он. Ну я понял, мы к нему спустимся потом. Ну да, сейчас в цену спускаться, скорее всего. Фу. Ну, о, а это что? Это, видать, какой-то фестиваль уже был. Это кто-то завязывает ленточки, а здесь завязывают ботинки? Не было этого, я тут... У меня сланцы, я не завяжу. Когда летом здесь, ой, по весне был. Не было. Ух, запашок. Придумали новое. Скульптура орел, это вот это вот этот орел, да? Символ Пятигорска. Фух, пошли. А вот он и орел. Куда-то лететь собрался. Куда летим? Давай. Скажи вам все, расскажи. Да, 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 да. Все можно на троне посидеть и двигаем вниз, а то мам будет волноваться. Красавчик какой. Ну, мы уже немножко зашли. Вот. Это символ Пятигорска, да, Вань, считается? Да. Ну-ка туда залезай. Что, я не полечу на нем? Я тебе не говорю, лети. Обними его на счастье. Я понял. Место двери лучше смотреть. Там, в принципе, только беседка. Короче, братцы, ну нету времени. Так вот, в принципе, если бы мы вот так вот пошли вот по этой дорожке, потом, да, Вань, вот так вот поднялись бы. По той дороге. И вот туда наверх. Наверх, и вот на эту... В беседку бы вышли. А что ты говоришь с ней? Она что? От силы ветра меняется музыка в ней. Да? А как она? Там какой-то инструмент стоит, что ли? Нет, там что? Вообще ничего нету. Просто музыка от ветра, да? Просто вот она как-то сконструирована, начинает звучать музыка. Там ни динамиков нет, ни колонок нет, никаких вообще. Ну, беседка просто. Я понял. В следующий раз, когда я зависну в Пятигорске, мы туда с тобой сходим. Ну там вот самый грот, где Лермонтов тоже любил отдыхать. А-а-а. В горе прям. Не, а тут почему тут не отдыхать? Слушай, мне тоже тут понравилось. Тихо, не жарко, воздух. Здесь, а что, гора. И вообще красота. Загрязняющих предприятий в Пятигорске нет. Нету. Почему тут не отдыхать? Даже сейчас. Источники, вон. Ну, пошел, искупался, там. Искупался, водички попил. Тем более, это все... Полный кайф, короче. Как говорится, даром. Да-да, с под земли бьет. До сих пор пока. Слава Богу. Удивительно. Ладненько, пойдем мы. Нету времени, нету ни на что. Да, было бы у тебя побольше было времени. Ну, если бы
посмотрели бы намного больше. Ты же сам понимаешь. Ну, да. Работа прежде всего. Да, особенно уже когда есть загрузка, это вообще. Вот именно. Если бы ее еще не было, а так она уже все висит. Я тогда из-за загрузки не посмотрел день военно-морского флота в Питере вечером. Угу. Днем разгрузился, заехал на стрелку Васильевского острова. Хотел погулять просто. Но. Смотрю, Нева, блин, кораблями забита военными. А, там же, да, 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 было такое там представление. Растяжки эти, у них флаги. Ну, к народу подошел, я говорю, что случилось? Ну, так сегодня же праздник, день военно-морского флота. Угу. Офигеть. Ну, и пошел уже на Дворцово, а там, смотрю, устанавливают эти лазеры, все это. Ну-ну-ну. Ерунду. К ребятам подошел, я говорю, и когда это начнется? Говорит, ну, говорит, потемнеет. И начнется это. Угу. Световое шоу с концертами, со всей этим. А тебе ехать, да? Ну, я ж такой довольный, думаю, нормально, машина на берегу Невы, далеко ходить не надо. Ага. Да, как раз и посмотрю. И мне сбрасывают заявку. Я говорю, слушай, давай, я говорю, ее перенесем на завтра. Я говорю, что, горит, что ли? Угу. Надо, говорит, сегодня ее забрать. Я говорю, хорошо, говорю, я заберу, говорю, но я не уеду с Питера. Он говорит, а ты грузиться будешь не в Питере, угу. А вот как он, Волжский, Всеволжский. А, Всеволжский. Всеволжский. Я говорю, замечательно. Но. Назад уже потом не вернусь. Что делать? Мы же на работе. Ну да. И... А не туристами. Пришлось уехать. Не... Ай, красавчик. Говорит, с какой целью, говорит, взимается плата? Я говорю, чтоб не сильно, как там, меньше проваливался, да? О, да, говорит, правильно. Говорит, у меня, говорит, есть 400 способов сравнительно честных по отъему денег. Одновременно, что ли, может находиться 24... А то он закрыт туда, да? Закрыт. Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Здрасте. Закрыт провал, ты видишь? Наверное, провалился. Не пускают. Ну, что делать? Ну, вот так. Во всяком случае, мы таких крутых парней повидали. Базара нет. Что-то тоже делают. А, если так, то будет то ли соревнование. То есть... А, так подожди, мы с ним не пройдем. Нет, вот сама беседка. А-а-а. А тут какие-то будут соревнования, что ли, поэтому все флагами. Может быть, может быть. Ну, сейчас как раз это будет панорама города. Пятигорск. Ну, час Пятигорск. Да. Всю только можно с... Совершенно не шукал. Нифига себе, как мы залезли высоко уже. Вот по этой улице мы приехали. Я понял. Там. Мы где-то там, да? На тот угол встать, так может, да. И машину увидим. Машину. Пятигорск, как на ладони. Не весь, но... Часть. Ну, Шука вообще там и Кисловодск, и Ессентуки, виден, да? Минводы, все видно. Так может на канатке туда съездим? Да съездим. Видишь, не видно сегодня Эльбрус. Ну, а отсюда виден Эльбрус, да? Да он с любой улицы виден, в принципе. Ну, сейчас просто что этот. Отсюда вообще. В облаках все. Да. Ладно, да, пойдем. Но. Выемки. Ага. И вот тут или соус, или ничего выше, где-то был еще источник. Ага. И вот эта вот вода сюда вот сбегала и погорела вниз. И вот тут обычно как люди там ноги мочили. Да. Ну как, ага. Центр здесь особо не покупается. А вот эти
про которые я тебе говорил, они вот там в лесу. Угу. Их не видно ни с какой... Угу. Да-да, я понял. Да. Правильно, как они, как бесстыжие купальни или как-то? Да, бесстыжие ванны. Бесстыжие ванны. Понятно. Ну что, сбылась мечта Эдзиота? Почти на вершине маршрута. Почти. Почти. Ну, а почти, как говорится, мечта. Значит... Надо вернуться. Есть этот, как говорится, есть повод вернуться. Да. Все, Ванька, спасибо тебе, что прокатил, показал, повез. Ой, надо лететь работать. Да, я пожму твою мужественную руку. Все, спасибо, брат. Приезжай с семьей в следующий раз. Приедем. Как только разрешат. Ну, я же говорю, как откроют эти долбанные границы.